Притворюсь печенькой, может быть, они и меня не заметят? Ха-ха, грязь, да? Когда вот так сидишь, похож на печеньку. Теневой двойник. Ой, ты, блин, вообще, друг, как ты меня бесишь. Красавчик. Молодец. Так, побежали? Мужчина, я сейчас зайду. Гвоздя с досками, конечно, хороша, хороша. Но лук стражи леса еще лучше. Негодяй вообще. Вообще, бесспорно, да, жесткий мужчина? Согласись, грязь, блин. Нужны были фениксы, реально. Какого ты сюда приперся, друг? Ты меня бесишь. Так, попытка номер 3. Бежит, бежит, бежит. Опа, чё, откис, да? Бомж. Слушай, я в шоке с этих теневых двойников. Чё? Ты кто? Рикетир Лом. Здравствуйте, Рикетир Лом. Что за новости? Кто это? Что это? Почему оно здесь? Уа, фантастика. Слушай, мне это нравится. Мне теневые двойники не нравятся. Да, слишком жесткий парень. Фу, Шерп, ну ты поставил вешку свою. Я в шоке, блин. Артефакт Шерпа. Прием, ну как, нашлось что-то на пушке? Вешка или новая наводка? Вешка, значит. Хорошо, что ее никто не забрал. Хотя Шерп умеет так хитро поставить. Заметит только тот, кто надо. Артефакт, который был в вешке, покажи Климу. Он уже помогал с опознанием. Думаю, и в этот раз поможет. Клим сейчас у хозмага, я его предупрежу, что придешь. Сигарет захвати, у него вечно курева нет. Сочтешься ими за артефакт, конец связи. Спасибо, Клипунчик. Понятно, надо за сигами, да? Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, мы продолжаем. И это, конечно же, ДОС. Как ты уже понял, мы проходим сюжетную линию. Хлебные крошки. Найди сигареты для Клима. Да без проблем. Пока мы едем с тобой домой, давай посмотрим новости. Нормально. Это этот Клешня, да? Сумасшедший ученый. Типа как он себя пилил, что ли? Как он себя придумал, да? Да такой монстр. Ой, пацаны просто тупо исчезают. Бэм! А вот это было классно. И к чему бы это? Да фиг знает к чему, ну вот этот парень мне нравится. Слушай, все-таки художники умеют рисовать у Доза, да? Вот, ну чё не говори. Кто это и чем он занимается? Мужчина в голубом костюме, в смысле в синем. Короче, это какие-то спецвойска, парам-пам-пам, да, что-то такое. Ну и, соответственно, он весь усиленный. И у него в руках фантастический автомат. И на этом новости не заканчиваются. Ты же знаешь, что это за сиреневенький свет? Я вот сейчас вот чуть не всосал от этого гребаного теневого двойника. Не, ну реально бешеный дамаг. Бешеный дамаг, еще эффекты, ужас какой. Иногда ты ходишь в темную зону, а иногда она к тебе приходит. То есть, у нас просто тупо разломы появляться будут, да? Грязь? Вообще дичь, я сам в шоке. Ёлы-палы, нам... Слушай, теневые двойники это уже усложнило, да? Зачистку обычных локаций, оранжевых, красных. Ну а вот эта ерундовина, это вообще что-то с чем-то. О, снеговик! Здорово, дружище! А ты знаешь, почему не желтый? А потому что я как бы это, да? Ну ты понял. То есть, ну нету такого, нету. Если введут в игру, ты будешь желтый, дружище. Я поехал. Ну ты не обижайся, ну ты все равно друг, да? Ну, желтый будешь, ну что с того? А может и не введут в игру такой механики. Поэтому. Мы как бы пока что все в себе держим. А что еще за активность у нас сейчас проходит? Традиционная ярмарка торгового союза. Слушай, вот когда ты, допустим, сомневаешься там, да? Донатить, не донатить. Ну, конечно, вот такие фишки, да, это самое как бы время. Если ты думал вообще. Почему? Ну потому что, ёлы-палы, дают вот эту вот просто халяву дают. Мало того, что это как бы распродажа, то есть уже скидосы идут в магазине, да? Так еще и тебе дополнительно дают вот эти отчёчи. Тюремный трофей. Как называется лот? Тюремные трофеи, да? Рекомендовано для кричащего леса. Ну это понятно почему, да? Ха-ха! Смотри, в кричащий лес без сорбента вообще, ну... Не вариант, не суйся, не стоит. Ну а если у тебя вот такое оружие будет, да, это будет люто. Будешь рвать этот визжащий, пердящий лес только в щи.
Ну и, соответственно, получаем отчетчи, забираем здесь награды, да? Соточку всегда всем дают. Мы приехали. Здорово, дружище. Вот нормальный мужик, да? Давай показывай, что там у тебя. Клёпка уже передала, что опять артефакт опознать не можете. За курево спасибо не помешает. Так что у нас... Ах, мать, конечно, я знаю, что это. Это же... Эхо цвет! Лопла вена на жопе, редкая штуковина. В эпицентре на них нешуточный спрос. Эхо цветы, блин, записывают воспоминания. Чё? Записывают воспоминания? Чё за киберпанк? И записанные потом можно просматривать, как свои собственные. Записал, например, проводник, как по опасному маршруту идти, и продал. А покупатель смотрит, и путь уже знает, как будто сам там был. Записал, допустим, как сходил в ресторан и сожрал какую-то шляпу, от которой дрищ напал, да? И выкладываешь это, значит, в интернет, чтобы люди видели. Чтобы вот этот вот обострин не ели. Ну, нет, серьезно. Только просто так ты в артефакт не заглянешь. Он вроде как зашифрован. Нужна бодяга специальная. Эхоскоп называется. У нашего торговца вроде оставался один такой на обмен. Там в здании. Будет эхоскоп, сможешь изучить эхоцвет. На столе шифровальщика. У тебя убежище есть. Ничего себе. Ништяк. В имени эхоскоп у торговцев хозмаги. Стол шифровальщика награда. Ха, шикарно, да? Но это как бы... Достоять, друг. Я не собираюсь в эту, блин, Ну, короче, там опасно, да? Совсем недавно коммент такой мне попался. Что-то мне кажется, раньше хозмаг был легче. Чё, серьезно что ли? Ну, конечно, легче. Теперь хозмаг вообще просто рвет по всем направлениям. А если в каземат ты спустишься, вообще узнаешь, что значит «привет семье». Так, дружище, что у тебя? Как у тебя? Лампы для противотуманных фар. Две штуки. УАЗ на старая ЗС. То есть надо нагибать бомжа, да? Да ты, блиночки. До скорой... Мужчина! Ну ты как-то, послабее что-нибудь не мог мне дать. Так, окей, что у нас? Чтобы порвать старую ЗС. Мы можем прям серьезно. Слушай, ничего не надо, поехали. А пока мы едем... Да, ты понял это, да? Скажи, ну чё ты тянул, Ну я, блин, нагнетаю, понимаешь? Друзья, пришло время узнать, кто победил в розыгрыше. 8 счастливчиков получают просто вот такие луки Стража Леса и вот такие прикольные наниты, только не такие, а голубые. Ну, в смысле синие, да? Синие. Синева, хотел сказать. Чё синева? Синие. И это раз. Два. Один из 8 получит легендарное оружие гвоздя с досками. Блиночки, мы им ломаем, и оно не ломается. Всем желаю удачи. Пускай повезет тому, кому повезет. Матвей, Алис, я тебя поздравляю. И напоминаю, друзья, жирный мясник. Да, мясник был жесткий. И напоминаю, если вы ошиблись, сойди. Анонимью. Блин, я помню, аноним ты уже выигрывал. Я тебя поздравляю. Ошиблись с ID. И вообще что-то сделали не по правилам, да, которые были указаны в розыгрыше. То наград вам не придет. Да. Максим Мищенко. Мой ID. И Василий Полищук. User ID. Контент топ. Блин, Василий, я надеюсь, ты не ошибся. Ты его переписывал ID, да? А не копировал. Если ты ошибся, награда не придет. Игорь Айроншторм, спасибо за розыгрыш. Тебе спасибо за то, что продолжаешь меня смотреть. Я тебя поздравляю, тезка. Зед, победитель номер 6. И победитель номер 7. Сергей Суворов, привет, всем удачи. Поздравляю, Серега. Приятно, когда еще и подписки не скрыты. И снова здрасте, Дмитрий Симаков. Дмитрий Симаков, это, кстати, блин, ты уже выигрывал. Причем это человек, который очень долго играет в DOS. И да, это про аккаунт. Я тебя поздравляю, Димон. Ну а теперь среди вас будет разыграно гвоздя с досками. То есть у нас 8 победителей, от 1 до 8 крутим. Из диапазона от 1 до 8. Сгенерировать. Номер 5. Игорь Айроншторм, я тебя поздравляю. Ты выиграл гвоздя с досками. Ну а впереди еще очень много розыгрышей. Друзья, не расстраивайтесь. Не выиграли сейчас, выиграете в последующих розыгрышах. Ну что тут еще скажешь? Поздравляю всех победителей.
друзья. Ну и огромное спасибо вам за участие, конечно же, в этом конкурсе. Когда будет следующий розыгрыш? Просто подписывайся на канал и не пропусти. Розыгрыши у нас проходят регулярно, а призы фантастические, эпические. Давай оценим масштаб трагедии. Винторез М, обычный, ранг 7. Блинский губительный яд или кровавые наниты, или электрические наниты. У меня прям, блинчики, вообще как в магазине, понимаешь? Ты когда колбасу выбираешь, хочу вот эту, или вот эту, или окурочок все-таки. Давай электричество. Блин, я люблю этот эффект. Хо-хо, хорошо, да? Смотри, чё. Блин, вообще, да, такая винтовка. Она прям картинка классно выглядит. Ну-ка. Мужчина. Ну-ка, я понять не могу. И чё? Наниты оружия, прямой урон электри... А, прямой урон электричеством. Вон оно чё. Прямой урон, да? Короче, пацаны нужны, которые не любят электричество. Ну, как-то так. Баф, да, действует на 3 минуты. В принципе, слушай, 3 минуты это достаточно много. Ну, как мне кажется. Привет, горелый. Это не фантастическая винтовка, я тебе хочу вот что сказать. Но она теперь фантастически отнимает. Вот это гвоздя с досками, Вася. Это да, блин. И смотри, что, и юшка у него течет, да? И скорость атаки, и сила атаки. А самое главное, посмотри, как она ломается. Посмотри, как она ломается. Ха-ха, грязь. Еще раз поздравляю того, кто выиграл именно ее. Да, это суперская вещь, это суперская. Вот. Она будет очень долго тебе служить верой и правдой. Как это классно! Смотри, видишь винтовка, да? С нанитом. А, это без нанита. Кстати, на гвозде с досками особый урон кровотечения. Если оружие с особым уроном, наниты не работают. Он как бы... Вот, дробаш, да? Как это классно. Ну, конечно, так делать не надо. Это бред. Стоять. Прямой губительным ядом. Так делать не надо, потому что в этот момент там идет время, да, здесь идет время, все заканчивается. Лошарики. Так, ну чё? Слышал звук? Пи-и-и. Это упали наниты, да? Обкаст. Нет. 18 секунд, 17, 15. Переключаем оружку. Через 20 секунд проверим, как там наш ствол. Ну ты понял, да, о чем я? Горелый! Я сказал горбатый, блинчики! Мужчина, хват заправчик. Слушай, честно, вот с этим дробашом, да, можно вообще всю заправку проходить. И очень хорошо. В обычном сете. Вот у меня в данный момент обычный сет. Ну реально, в нем нет ничего необычного. И проверяем нашу винтовочку. Ну конечно, эффект упал, да? То есть время идет. Сделал обкаст, время идет. Отсюда вывод. Прямой урон. Прямой. Что? Какой вывод? Вывод, что вот этот лук вообще просто рвет все. Ха-ха, вот какой вывод. Слушай, я согласен, да. Ты знаешь, что это за лук? Блин. Этот лук для боссов. И не просто боссов. Этот лук для самого крутого босса в игре. Первый палач. Я бы назвал его последним, но он первый. Ну, то есть, он почему первый? Потому что он первый вылез из этой шляпы, да, из этого... Ну, ты понял, он родился, так сказать, первый. И за это время, да, что мир горит в апокалипсисе, он стал вообще просто фантастическим парнем. Допустим, крипты распада вот недавно были, да? Там пацаны в восторге, значит, от льдинок, снега и всей вот этой шляпы холодной. Вот. Туда, соответственно, наниты, которые были в розыгрыше у нас разыграны, надо юзать. И т.д. и т.п. Все ты знаешь. Давай я без тебя быстренько зачищу. И мы бомбанем финального этого бомжа. О, ключик. Стоять. Не, сигналки надо все юзать. Ну реально, такая орда бомжей приходит вообще. А орда бомжей это вообще неприятно. Блин, слушай, одного вот видишь, да? И вот этот вот запах, да? Вот этот запах до сих пор у меня в голове держится. Крепкий он, в общем. И то. А представляешь, орда таких пацанов. Вообще просто слезы, блин, плакать будешь безостановочно. Так, в общем, не будем о грустном. О, шоколадка радиоактивная.
Обожаю радиоактивную шоколадку. Скушал, и волосы на жопу повыпадали, да? В общем, увидимся на боссе. Блин, мужчина, ну вы чё? А, ну они как бы охраняют, да, эти? У них остаточное явление в мозгу осталось. Не трожь машины на заправке! Беспредел какой. Ну, дружище, пока, блин, прошел через этих бомжей. Вот бы фонарик подогнал кто. Внизу есть вроде. Опачки, мы не только с тобой фонарик нашли. Вот так-то. Нашел я твой фонарик, дружище. Все сортиры облазил. Где... Что? Что? Признателен? Вот, не надо мне про запах. Я не виноват, что он там... Ну-ка, а что тебе надо, кстати? Закинь мне сигарет, тогда буду тебя прикрывать. Я, кстати, сейчас домой за сетом пойду, друг. Сейчас притараню тебе сиги. Вообще они нафиг не нужны, да? Несложный босс. И надо не забыть обязательно, значит, отмычки для вот этой трансформаторной. И, соответственно, гранаты, да, массовый урон. Стрелок, дружище! Вообще не обломно. Держи, дружище. Добро, теперь выходи. К сторожу я тебя прикрою. На здоровье, блиночки. Курить вредно. Ну ничего, мы ему подгон дали, да, все-таки. Вот сидит он тут на доме, значит, и очкует спуститься. А курить нечего. Беда? Беда. Курить вредно, это да. Но это беда? Беда. Оу, хорошо. Мне нравятся эти мужчины, они выходят. Да, друг, блин. Смотри, смотри. Он еще возвращается туда, да? Ненормальный. Мертвый сторож. Слушай, если ты так всегда охранял эту заправку, я теперь понимаю, почему тут одно раздолбанное говно стоит, а нормальных тачек нету. Охрана, блиночки, охрана. Полетели, дружище. Смотри, смотри, а он возвращается, ты понял, что? Он вообще не бум-бум. Мужчина, я еще один лошарик наказал. Ты что тут делаешь вообще? Ты как тут работаешь? Я понять не могу. Ахаче, блин. Держи. Не говори, что невкусненько. Ой, стрелок стреляет. Красава, что-то пукнул там. Ну-ка, дружище, покажи на все, что ты способен. Слушай, я очень редко пользуюсь услугами стрелка, реально. Ну, что-то он мне не кажется каким-то фантастическим. Ну, щелкни. Вот бомж. Давай, друг, стреляй, мы ждем. Короче, тебя пока дождешься, вспотеешь, я уже накажу его. Надоел. Да пофигу мне. До свидания. Шарики. Шарики. Да ёлы-палы, бомжи услышали. Здравствуй, коготь. Здравствуй, коготь. Здравствуй, коготь, как дела? Мужчины, я для вас припас вот такую штуку, потому. А это было несложно. Что здесь такого хорошего? Грёбаный тени толкай. Раз. Крепежи. Два. Вот этот вот жидкий кислород. Вообще, короче, здесь все хорошее. Наконец-то. Артефакт Шерпа. Выменять эхоскоп у торговца в Хозмаге. Мы готовы. Но это уже совсем другая история. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Блин, сюда еще возвращаться сейчас придется. Ставь колокольчик и не пропускай. Не пропускай. Видос выходит каждый день. Мы регулярно играем в DOS. Что будет в следующем обновлении? Когда добавят онлайн? Ждем. Скоро все будет. Одно остается... неизменно. Обновления печатают, как пирожки пекут. Реально. Качай себе игрушку, если еще не присоединился. Ну и удачи себе. Пока-пока.